Всем привет, меня зовут МДЖ Рамон, и добро пожаловать в крафт-шоу. Со мной сегодня играет Тюна. Привет всем. Да. Ты должна была песней ответить. Ну, привет. Со мной всем. Сегодня играет Тюна. Привет всем. Меня зовут Тюна. Вот такая рифма. А также со мной играет Рич. Всем привет, меня зовут Рич. Мы играем в игру со стрелами. И с Тюной. Тюна? Я красивый и умный, как кирпич. Ладно, я сейчас брошу клич на новые рифмы. Красиво так стрелы летят. Играть в Train 2, только что мы пытались заработать ачивку, в принципе, заработали. Да. Поймать только щитом. Сначала мы с Ричем ее заработали, а потом уже и Рамон. Да, хотя надо было поймать щитом рыцаря 3 стрелы лучницы. Я их поймал, Ричу еще не засчитала, мне нет. Потом повторно мне, я это мне сделал, засчитала наконец. Мне засчитала, потому что я действительно хорошо помог, я молчал в это время. Да, не мешал как бы. Да, на самом деле я говорил, но у меня просто звук был отключен. Ну, то есть я отключил специально. Отключил и начал говорить. А еще я могу стрелы ловить вот так. Ты видел, я штук 5 поймал щитом одновременно. Да. Что здесь происходит? It's raining arrow! Аллилуйя! И raining просто тоже. Ой, эй! Итак, друзья, перед нами портал, в котором мы видели... Это пиротехника по-трайновски. Давай. Одну из сестер. Сестерс. Возможно, Sisters. Это и есть та принцесса, которую потом наша... Не, вот эта, которая в зеркало... Принцесса в другом замке. Не. Ну да, в смысле. И мы сейчас туда идем. Мы-то за нами наблюдала в какое-то там магическое зеркало Розабель, судя по всему, да? А это Изабель. Истинная принцесса. Тюна. Она просто своим голосом. Давайте послушаем. Свое королевство, герои оказались втянуты в хитросплетение тайн и интриг. Следуя за неуловимой тенью Изабель, герои прошли через зеркало Розабель. Шагнув в портал, они вдруг ощутили жуткий холод, пронизавший их буквально до костей. А я знаю, что это значит. Я знаю, что это значит. Это значит привидение рядом. Я смотрел сверхъестественное. Это значит, что Тюна засунула куда-то. Да попала. Теперь отдайте мне тройку. Не получится, даже если бы мы захотели. Она связана с нами. Ясно. А где ваша сестра? Бедняжка Изабель. Боюсь, что ее чары разрушили лес. Но если вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Нет, мы пойдем с вами и сразимся с ней вместе. Боюсь, что это невозможно. Да при чем здесь Изабель? Это все Розабель, что непонятно, так, что ли? Кто тут у нас? Приключенцы-истребители гоблинов, запертые в наших подземельях. Вам не выбраться отсюда, пока я слежу за вами. Черт. Тогда все? Давайте уйдем с его глаз. Логично. Давайте уйдем с его глаз. Тюна может исчезнуть, например. Все, нет Тюны. Ты совершенно не... Без палева. Да сейчас. Перезарядиться. Уйдем с его глаз, да? Ну... А если я щитом закрываюсь, считается? Или если я глаза закрою? Если я его не вижу, значит он меня не видит, правильно? Да. Так же в детстве это все было. Вот. О. Так, тут есть что-то. Там еще есть что-то? Хватит бить пещеру. Так надо же проверить все. А может быть его заморозить? А ты можешь? Ну, у меня ледяные стрелы как бы. Так а как ты его... О, смотри, пролетает. Блин. Оно стоит. Ха! Не, у меня не пролетает. Да, Рич, убери кубики. Не уберу. Мои кубики, я в них да играю. Да, блин. Что делаешь? Помогаешь. Давай.
У него Возила. Железное лицо просто, и все. Вот, вот и все. Слушай, а если он открывает калитку эту и... Да, твои стрелы ничего не будут делать, раз они пролетают даже сквозь дверь. Ну все, ушли, все. Нам не зря же эту штуку дали. Вот ею и пользуйся. Наверх идти? Наверное. Не-не, хотя может быть. Давай, да, закроем. И давай. Телепортируй меня. Ты высокого мнения о моих способностях. Камера не поднимается вверх. Значит, нам надо вбок. Может, еще раз надо разрушить? Что-то оно там переливается. Нет. Пока мои глаза видят вас. Как ему ослепнуть? Может так? Хм. Но это же не его глаза. Да. А, слушай, может быть, нужно огонь свет погасить. Последовать совету Зои и спрятаться от гоблина за воротами. За воротами? А какие ворота? Между прочим, это нам Зоя посоветовала. Ага. Я знаю, но... Я совершенно слепой, наверное. А может быть, мы все сюда отойдем, как бы? И чё? Или все сюда. И он нас, типа... А я такой, оп. Типа мы такие маленькие. А ну, присядь. О, я не присядь. Помню. Кнопку не помню. Вниз. Нет такой кнопки. Не работает. Опс. Всем присесть. Нет. А я не могу присесть? Все могут присесть. Давайте, быстрее, мы уже слишком долго тут тупим. Пробуем разные вещи, а не просто стреляем постоянно в дверь. Ты как это? Так, я... Прекрати стрелять просто. Я стики... Просто прекрати стрелять. У нее не получается это, нажимаешь, да? До меня сейчас только дошло, что Тюна стреляет по кулдауну вообще. Просто вот. Можно стрелять, она стреляет. Иди сюда хотя бы, под дверь. Ты можешь с нами стать? Я могу исчезнуть. Вот, и стой под дверью. Он откроет дверь, и я его оглушу. Как вам такой план? Отличный план. Твой колпак там все портит. Не, я действительно, я не знаю, как сесть. Почему я не знаю, как сесть? Я смотрю управление. Я смотрю на управление и не знаю, как сесть. Так, настройки. Вниз S, ну вниз S, ну... Он не садится. Ха! Ящики и шипы могли бы пригодиться. Ха! Шипы. Попробуй шипы. Попробуй ящиком потушить огонь. Ну, тут без толку. Он проходит. А шипы что? Может, мы можем все стать на этот ящик? А, может быть. Типа заныкались. Можно попробовать. Давай, поднимай нас. Сейчас, подожди. Покручу, как надо. Ну, мы там уколемся. Да, больно. Давай, Рич. Ты сможешь. Он наблюдает за нами, как мы поднимаемся наверх. Куда они подевались? Боже, куда они подевались? Господи. Классно, какие мы молодцы. Спасибо тебе большое, голос за кадром. Мы слишком умны, чтобы понять это сразу. Да, это больно. Ах ты! Тут взрывчатая фигня, поэтому давайте как-то аккуратней. Я его... Взрывчатая. Уничтожила? Масса. Оп! Нужно выбираться из этого места. Уж не знаю, где мы. Да, и выяснить, что вообще происходит с Розабель и ее сестрой. Это мы не будем... Всюду выращивают деревья и растения. Но зачем?
Может, она просто свихнувшаяся злая ведьма. Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми, а не вырывать друг у друга волосы и не уничтожать свои королевства ради корон. Чудо. Ниндзя. А я... Стоять! Куда? А я... Прощайте, друзья. Да-да. Пойдем поизучаем. О, водичка. В лед превратится. В лед превратится же водичка. Ух ты, нифига себе тут. Чити, назад. Ну там, ну водичку ж. Штука вверху. Штука вверху. Шестеренка. О, я выжил. А как я выжил? Я с чудом уцепился. Рамон, ты опять... У меня чудо побаливает теперь. Подожди, я боюсь меня вниз падать. Давай. Давай, смотри, стой. Боится она. Ну, пришла. Тем не... Спасибо тебе, Рамон. Блин. Это происходит слишком часто. Вы помните, да. Я запаниковал и нажал не ту кнопку. Вот как сейчас. О, там еще что-то. Тогда я построю наш лифт. Так я же стою на нем. Так уйди. Ай. Мне что же перемещаться надо? Чтобы я мог перемещаться, нам нужно два слоя. Чтобы я мог поднимать нижний. Рич, тебе надо на мою сторону, чтобы ты вот эту вот штуку деревяшку можешь? Поднял. Да. А я выстрелила. И будет лед. Получается, давай. Ну и силища нужна для этого. Давай. Я верю в тебя. Я подсвечу тебе вот. Подожди. Я устаю. Давай. Эй. Ха! Ну и нужен нам тот лед. И... Да. Ледяная растения. А, во, наконец-то. Так, а я первый пошел. Давай. Чё-то как-то я тут странно хожу. Ладно. Тебя просто... Трясёт от ожидания. А, скользко! А, больно! Так больно или скользко? А тут все вместе. Одно другому вообще не мешает. Я тут дерусь. Ух ты. Скользко! Больно! Я запер всех нежеланных мне нечистей. Что, ну это твои стрелы, я надеюсь? Да. Сверху еще один. Сейчас я приведу вам... Нет. Чё ты поймал? Лёд поймал. Плохой из тебя, ловец. Прям как Нед Пегл. Да нет, а ты смотри, я впервые вижу эту клетку без жителя. Да? Просто он умер до того, как ты его поймал. Вообще-то нет. Ничего себе. Аккуратно, Рамон. В следующий раз не буду, и случится то же самое, что с Рамоном. Поняли? Оно автоматически... Оно как бы через определенный период времени... Я понял. Зажигается. Зажигает. Что-то горело, ясно. Мамочку. Я понял. Так. Что ж ты понял? Ты понял, что эти бочки классные? Да. Мне нравятся эти бочки. Смотри, я могу сделать вот так. Я смогу! Давай еще одну. Есть! Давай! Мы тут. Мы тут? Да. Я к мету. Ты про мету говоришь. Ух ты, как там весело! Вот этого я не ожидал. А зачем люди такие? А я могу вещи кататься на этих штуках? Слушай, если бы ты посмотрел разум Фримена, ты бы задавался еще более странными вопросами. Ты ж смотрел разум Фримена? Конечно. Чё-то я не совсем понимаю, как мне это надо проходить. А знаете, как ты... я пройду? Ты. Нет, смотри. Давай, пока ты не понимаешь, я пойду пройду.
Я прошел. О, ничего себе, даже быстрее меня. Я да, видела. Так эпично. Зато я оказался на той стороне, смотри. Вот он я, видишь? Привет. Блин. У меня вообще есть вот такая штука, но она что-то не сработала. Ну, типа разгон. По-моему, ты их ускорила, эти штуки. У меня такое ощущение. Им импульс придала. Ух ты. Тут у нас... Смотри, а так замедлила. Ну давай. Скульптура правосудия просто. Прыгай. Фемиды. Так я прошла. Это такая скандинавская бородатая фемида. Смотри. Опа. Это рычаг? Нет? Какой-то... Не знаю. Нам нужна эта штука, наверное. Ты можешь ее взять? Это стеклянный шар. Нет. Можно я возьму тогда? Бери. Спасибо. Штука, ты моя теперь. Не, я не так хотел, подожди. Что за агония? Молот, почему ты всегда это делаешь? Тюна пытается нажать на кнопку. Смотри. Ну я думаю, что молча, правда. Я... Что такая тяжелая? Нет. Нет. И у тебя совсем не толстые ноги. Молодец. Ты легче веревки, за которую крепишься. Ух ты. Не нажимается. И да. Так а что делает то, что мы переключаем сейчас эти рычаги? Что-то меняется? Слышу, какие-то шестеренки работают. Я что-то вижу еще. Да-да-да, я тоже туда. Давайте зажжем этот шар. Давайте свет на него прольем. Давай зажжем. Давай. Но надо правильно поставить. Давай жечь. Поставь прямо вот в лучах. Вот, да-да-да-да-да. И Йиху! Кнопка загорается. Бородатая фемида, я люблю тебя. Вперед! Оу. Мило. Удачи. Ну, пока. Вы знаете. Будем возвращать его. Так он сам может вернуться. А, точно. Иди в баню. А, его можно вернуть принудительно. Если он вдруг возвращаться не хочет. Нет, это не помогает, Тюн. Но... Теперь тайминг поменялся у этих штук совершенно. Теперь все иначе. Теперь не, это не помогает. Теперь не выжить нам. Если ты хочешь словить эти штуки, то надо ловить, наверное, обе стороны. Не знаю, ну, Рич на месте. Слегка покоцан, но все нормально. Даже без своих суперчикерских способностей. Ой, слушай, меня сейчас тут и прищемит. Я погнал, короче. Без этих штук твоих. Ну давай. Не, я смогу. Чего-то. Все нормально, я всех арестовал. Я шериф. Я вижу. Нет. А, ты еще мертв. Да, блин. Нет. Он опять мертв. Ты не хочешь быть с нами? 3, 2, 1, сейчас переключимся к Ричу. Да что вы делаете? О, смотри, что я могу сделать. Я могу с ними... Нет, ты твою что ли? Я же уже был там. Знаешь, как я разберусь с ними? Я поскидываю. Я не буду воскрешаться даже. Сами разбирайтесь. Все, я буду... Да, хорошо. Ай. Ладно, я воскрешусь. Я понял, а то мы тут сейчас все начнем с последней контрольной точки. Я не могу этого красного. Почему... Я смотрю на тебя. Заключить как я тут воскрес? Что за... Я оказался там с ними. Я не ожидал этого совершенно. О, опять. Я опять здесь. Да потому что... Потому что Тюна далеко. А то я прям получаю сразу по балде. Нет, это не вы. Слишком далеко, я понял. Это игра автоматически перемещает. Вы слишком далеко. Там даже обратный отсчет был. Все. Истерия закончилась? А, там больно. Я видел. Я видел, как прыгни, разошлось. Пожалуйста, просто. Подпрыгни, Рич. Спасибо. Ты ж можешь. А дальше я спускаться не могу, это плохо. Что такое? Ограниченные способности? А ну, Тюн. Тюн, отлети, пожалуйста, от этой штуки, чтобы она поднялась. Так я не виновата? Или это на кнопку надо нажать, да? Тут надо взрывать. Поэтому вы можете прыгнуть ко мне. Стреляй.
Спасибо. Молодцы. Спасибо. Я прыгаю вниз. Стоять. Да? Ну, постоим, да-да. Ладно, подождем. Ты с нами? Да, но тут же, наверное, какая-то фигня стреляет какой-то фигней. Да, прыгай вниз. Нормально будет. Смотрите, как красиво на заднем фоне. Да. Снег, вьюга и какой-то баннер рекламный щит. Да. Это баннеры вообще называются. Вот видите, порванный такой. Это развивающийся баннер. С косточкой, да? Да, идите вперед, пожалуйста. Я не хочу там воскресать. Че, давай постоим. Замерзший механизм, между прочим. Там надо разбить, он не будет работать. Смотрите, видите? Вангую. Переключатель не работает. Похоже, его заело. Сейчас сорвется, все нормально. И бамц! Вы деретесь за то, кто будет нажимать на рычаг, что ли? Не знаю. Рич, удачи, давайте. Нет, еще самое главное. Аккуратно, такой сидит, аккуратно, там. Огонь. Так что ж с ним сделаешь-то с этим огнем? Приседать, помнишь? Кнопка такая есть. Приседать. Нету этой кнопки у меня. Вот так только. И прям... Да, подпрыгивает, наверное, тоже вариант. О, Орда, стой! Он прыгает, кстати, самостоятельно. Эй, перестань. Смотрите, видите вот это? Вот да. Это, видите? Вот этот щит с черепами вот. И оружием. И торчащими перьями. Видишь вот это вот? Вот это вот, видишь? Орда! Логотип Орды! Ну, не совсем логотип. Тебе нужно туда, нет? Я хочу туда.